что такое книги. Книга – это где написаны слова. Это напечатанные буковки. Это такие листы бумаги, где написан текст, и эти листы в обложке. Это такая, неважно, сказка или энциклопедия. Книга – это набор страниц с текстом, которые переплетены в мягкую или твердую обложку. Какие книги ты любишь читать и почему? Я читаю книги, чтобы стать умнее. Про животных люблю читать книжки. А зачем? Чтобы все знать и слушать интересные сказки. Буратино, чтобы стать умнее. Про динозавров новые. Про космос. Тираннозавр, диплодок, бронтозавр, брахиозавр, анкилозавр. Я читаю священные книги про животных, про технику всю, про самолеты, про корабли, про машины. Расскажи о любимой книге. Энциклопедия динозавров. Трицераптор. Птеродактиль, птеранодон, тирекс, диплодок. Про животных. Там написано, какие животные бывают. А какие они бывают? Ну, жираф, слон, бегемот, крокодил. Котенок. Там щенок бегал вокруг дома котенка Гав и лаял. И котенок Гав подумал, что это его зовут. Да у меня динозавры и космос любимые книги самые. Священные. Там написано о истории библейской, о Библии самой. Вот. Я знаю, что в Библии содержится Ветхий и Новый Завет. Два завета.